Питерская фотографка Екатерина Васильева еще 10 лет назад определилась со своим творческим направлением. И с тех пор она исследует пространство вокруг себя на протяжении длительного периода, возвращаясь в одни и те же места. Например, два проекта, которые она выставит в Тагильской галерее «Угол», создавались с 2018 по 2020 год. Почему долгосрочный проект? Потому что для меня очень важна смена времен года. То есть каждое время, весна, лето, зима, пространство выглядит абсолютно по-другому. Плюс влияет погода, плюс, соответственно, мое настроение. То есть нельзя приехать куда-то одномоментно, да, все понять и уехать. На одной стене галереи разместят снимки, сделанные на каньоне в Ленинградской области, на другой – в Стокгольме. Оба фотоисследования рифмуются между собой. Живописный каньон в поселке Динамо, где Екатерина жила во время болезни близкого человека, окультуренный садоводческими товариществами и гаражами, стал для нее метафорой столкновения с недугом, о пейзаже Швеции с местным ритуалом 16 века ашонг, об исполнении желаний, символом выздоровления, которое авторка загадывала. Эти истории зашифрованы фотокарточки, сделаны они, кстати, на пленку. Я работаю уже очень давно, много лет только с пленкой. И на самом деле это очень важно, потому что я всегда думаю, что это не только из-за какой-то эстетики, а потому что ты можешь вжиться в пространство на самом деле. То есть ты никуда не бежишь, ты не делаешь много кадров. Я всегда делаю только один дубль. Останавливаюсь, стою, думаю, переживаю. Когда куратор галереи «Угол» Евгений Камухин приглашал Екатерину в Тагил, планировалось привести совершенно другой проект «Зажар птицей». Его авторка снимала 7 лет в маленькой деревне Андрюшино и искала в ней проявление народной мистики. Но это фотоисследование уже часто выставлялось, поэтому решили показать более редкие снимки. Авторская экспозиция, она всегда, наверное, более глубокая, потому что одно дело, когда мы делаем проект дистанционно, и когда я авторским каким-то, да, требованиям либо самостоятельно монтирую проект. Другое дело, когда автор присутствует в пространстве, он чувствует пространство, делает свою экспозицию на открытии, есть возможность поговорить, пообщаться, задать какие-то вопросы. Тем более приятно, когда автор приезжает с таким большим бэкграундом. Открытие выставки «От дневника к ритуалу» завтра в 18:00 в галерее «Угол». А если прийти на час раньше, то можно будет пообщаться с Екатериной Васильевой на самые разные темы и даже договориться о прогулке. Екатерина намерена в ближайшие дни запечатлеть Уральские горы.